Иногда видео со свадеб в интернете смотрят миллионы людей. А иногда бывает и такое. Думаете, оператор при монтаже просто фоновую музыку наложил? Нет. А у подружки невеста просто не получается походу, вот ее и нет в кадре. Хотя остальных это не остановило. Зато лысому мужику явно все это нравится. Интересно, как это все при съемке было? В общем, я сейчас музыку включу, а вы под нее головой вот так вот делаете, окей? Поехали! А вы, гости, что стоите? Давайте все вместе. Жаль, что вот тут все не закончилось. Интересно, они это видео лет через 30 будут смотреть с какими эмоциями? Наверное, с такими же, как и эта бабушка. Но больше всего мне интересно, что вот тут делает один из гостей. Да, немного странновато. Думаю, на следующий день у этой пары были самые неожиданные чувства, которые могут быть после свадьбы. Ужасно болящая шея. What is love?